друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Один! Один готов! Ой, красиво, вот, как. Смотри, зубы. Да. Даже кариеса нету. Кариеса нет. Значит, молод, да. Друзья, всем привет. Сегодня у нас состоялась загонная охота на косулю. Зверь вышел на номер и был удачно добыт. Вот. А как это было, вы видите. Посмотрев это видео до конца, не забывайте нажать на колокольчик, поставить лайк этому видео, написать комментарий. И смотрите дальше, как это происходило. Привет, сейчас Серега вас отвезет, Серегу. Стоять, молчать. Я подъеду и пойдем расставляться. Я сейчас загонщиков отвезу. Загонщики выходят на номера. Молчите. Поняли? Они могут после вас выйти. Стреляем косулю большую и маленькую. Поняли, стрелки? Почему нет, я не стреляю. Стрелки? Да-да. Поняли? Вчера там было 7 штук. Короткий загон? Да. Там короткий, там небольшой загон. Я вчера там был 7 штук, пока Серега меня вывозил. 7 штук стрелял. Ты что, рога есть еще? Рога у тебя. Рога мне сбросили. Непонятно. Загонщики, идите аккуратно, не спешите. Стреляем наверняка, да? Да, стреляем. Увидали, стойте до конца. Если шевелитесь, вы стрелять не будете. Понятно. Стрелять вдоль номеров не стрелять. Стрелять под 45 градусов или в угон. Есть. Смотрите загонщиков. Да. У нас две лицензии. Сейчас небольшой инструктаж был. Выдвигаемся в угоне. Увидимся дальше.
Один! Один готов! Один! Один готов! Я знал, чтобы она из-за елок вышла. А вторые они сзади были. Все, лежит, Олег. На номер вышли косули. Отстрелялись мы с Олежкой. Один добыт. Сейчас пойдем посмотрим. Один! Один готов! Один! Один готов! Пиши, дядь Лёш, бумагу. Ой, красиво, вот как. Смотри, зубы. Даже кариеса нету. Кариеса нет. Значит, молодая, маленькая. Друзья, не забывайте подписаться на канал. Всем удачи.